В Одинцовской лингвистической гимназии ломают стереотипы. Девчонки встают на защиту мальчишек, заботятся об их безопасности. Ученицы 3-го В-класса под руководством инспекторов ГИБДД создают светоотражающие элементы. Мы хотели поздравить мальчиков с 23 февраля, с Днем защитника Отечества, и делали светоотражающие браслеты. Чтобы, когда они переходили дорогу в школу, машины могли их заметить в темные времена суток. Необычный мастер-класс пришелся по душе не только ребятам, но и родителям. Они активно включились в совместную работу. Наши дети уже достаточно взрослые для того, чтобы понимать, что безопасность дорожного движения, правильное оценивание ситуации, это зачастую, может спасти и жизнь, и, скажем так, уберечь от какого-то травматизма. Светоотражающие браслеты помогут мальчикам стать более заметными на дороге в темное время суток. Сотрудники ГИБДД уверены, что наличие таких элементов на одежде детей позволяет избежать ДТП. Самое главное, чтобы мальчики тоже были заметными на дороге в темное время суток. И девочки это все прекрасно понимают. И такой вот подарок необычный они сделали. Подарки, концертная программа и, конечно, большой торт. Все это девчонки подготовили специально для ребят, чтобы поздравить их с наступающим Днем защитника Отечества. Как признались ученицы 3-го В-класса, мальчишки у них самые лучшие и даже хорошо учатся. У нас 14 мальчиков в классе. Они очень добрые, вежливые, защищают девочек. Если вдруг нет тетради, они могут дать или ручкой. Мастер-классы с участием инспекторов ГИБДД прошли во всех образовательных учреждениях района. Ребята в процессе занятий еще раз повторили правила дорожного движения и личной безопасности. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».